сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Забудьте пока. Сообщение 280. Не могу установить связь. Но что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Все пределы рассредоточены по всему миру. Одновременно. До осуждения российской агрессии, названной... Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Попробуйте перезвонить позднее. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Сэр, приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед. А Рокос? Улица о нем позаботится. Согласен. Николай, мы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони вертушку крытую, как понял. Прием. Ладно, приятель, скоро буду. Все приготовиться. Оружие к бою. Начинаем. Мы на рынок. Следите за планками.
Гоуст! Прикрой меня! Вас понял! Выполняю! Ричард! Контакт у тебя на 9! Рынок! Вперед! 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 Впер
секунд, взлетай сразу! Не успеете, тут на подходе еще группа ополченцев. Поднажмем, вперед! Слишком опасно, не рискну садиться. Справимся, живо!